Дню-кадал представляет. Эй, всем привет, с вами как Данил на канале снимает. И мы будем сейчас проходить Another Fetter. Так, сейчас. Куда мы должны? Так, здесь мы должны нажать на кнопку. Так, у нас это... Это есть, которая для ядерной войны. А уже вот дверь открылся. По пути мы сейчас зайдем. Да блин, опять арбалет у меня всегда. Остается только не заряжен. Да, вот здесь дверка, мы пойдем туда. Найдем что-нибудь. Слышишь, что? Скорее бы закончить эту игру, а то у меня вчера было плохое настроение, что меня добила меня мама до слез. Опа! Пулеметы. Так, спасибо. Ну, я, кажется, пошел. Так. Отлично, я останусь здесь, а вам нужно подняться наверх и вставить карту с данными в передатчик, а затем запустить процедуру отключения связи и еще кое-что. Остерегайте человека в синем костюме, ему нельзя доверять. Пока что пулеметы нас задерживают. Ладно. У нас тут этих военные умерли. И ученые. Интересно. Тут у нас бронюшки. Так, бронюшки. Можем кое-что это поставить. Эту минку сюда. Блин. Не получилось, как не получилось вообще. Опа. А вот и наша проблема, то же самое опять. Сейчас сохраняемся. Пока никого нет, надо поломать ящики. Я вообще не стал таблетки пить, знаете почему? Потому что опять снова и только меня будет доводить меня мам по психике. Я ненавижу это. Так, у нас... Чё? Не работает ворота. Ну ладно, пойдем так. Тут окружённый пулемет стоит. Ладно. Ай! Спецназ за это! Опа! Попробуем, значит, смух... А! Дебил, что ли? Одного я и убил. О!
блин, надо автомат достать, что ли. А, ладно, там же это, как его лучше. У меня мало хп осталось. Автомат М4А1 лучше вообще. Самое мощное оружие лучше. Броня. Опа. Пистолет, гранатки. Да. Это не спецназ, это с какого-то там, это похоже на шлем, на это у немца. Так. Это у него там дробовик. Здесь что-то мне напоминает, как из Counter-Strike пистолет. Так же, как из дробовика. Ладно. Давайте с пистолетом, что ли, попробуем. Опа. Мне показалось, или я где-то видел. Так. Зарядим броню. Потом хпшку зарядим, здоровье. Так, все чисто. Опа. Блин, я хпшку потерял. Ладно. Давайте аккуратно спустимся по лестнице. Найдем что-нибудь. Нарки запустим. Так, где они? Опа, нам пора уходить. Так. Неловко так получилось. Сейчас перерыв. Так, пока перерыв закончен. Сейчас мы... Так, где? Ого, какая здесь вот эта офигеть штука. Офигеть, я так давно не видел. Ладно. Патроны. Пока что будет экономить патроны для нас. Где-то я чувствовал, что там кто-то стрелял. Пулемет. Ладно, поехали на лифте. А, ящик так и остался. Ладно, давайте взорвем. Ничего страшного. Главное, что у нас есть припас. Так. Все, уходим оттуда. Thank you.
патронов ничего не осталось. Опа. Чувствую, кто-то кидает гранаты. А, это М4А1 с автоматом. Господи! Сейчас. Раз. У нас мало ХП. Стоят. Гранатки не получились. Давайте закинем, что ли. Они тут здесь стояли. Стояли вообще, прикиньте, ребята. Я в шоке. Опа! А это уже не шутки. Ладно, давайте год на таргет включим читы-код. Надеюсь, что это офигеть будет. Куда ты пошел? Все, 3 урона сделали. Все. Все, улетучиваем оттуда. Опа. Нет, нет. Блин, я так хотел закинуть гранаты. Подальше. Господи, у меня броня нифига. Ладно, давайте постреляем. Не получилось. Ладно, так и оставим. Все, ну, ничего не выйдет. Опять самолеты летают. Офигеть, а почему так это называется? Офигеть, такой самолет. Так, а это как его разрывает на куски? Да, разрывается. Так, у нас уже есть дробовик.
Она убегает. Ладно, ну и пофиг. Так, самолет над нами не про... Так, посадки никакого нет. Сейчас, вот. Опа! А это уже сигнал. Куда-нибудь скрыться надо. Так, скорее. А, может, этим пушкой воспользуемся. Да ну, ракета, неинтересно. Ну вот, опять. Ну вот, я и умер. А, хорошо, что я сохранился. Так, включим вот ракет тоже. Ладно, будем подниматься на лифте. Уничтожим этот вертолет, этого ебучего. Пока нас не грохнул в лепешку. Так, у них броня. Зарядим-ка брони немножко. Потом из здоровья у нас уже есть. Отключим год норд-таргет. Вот. С автоматом поиграем. Залезаем. У нас ничего не осталось, ни здоровья, ни брони. Так, придется заряжать заново. А, у нас ничего нету. Ладно, тогда полезем. Убиваем. Какая тяжелая башня. Блять. Ну все, мы забрались на станцию. О, ух ты, как мы высоко, да, эта станция. Ребята, смотрите, как круто. Ну давайте-ка, что ли, нажмем. Посмотрим, что у нас тут. Так, оператор поворачивает камеру. А тут прикрыли нас этих два этих долбоёбов. Чтобы не выходя из этого. Гман! Хм, а вот и мы, мистер Филлипса. Не думайте, что я не замечал вас раньше. Просто мои наниматели не видят во вас того потенциала, как во других. Но я удивлен вашими упорством и настойчивостью, с которого вы пытаетесь с собой сорвать наши планы. Поэтому я рискую взять на себя ответственность продолжить вам работу. Так, это... Это они.
Опа! И вот, вот это я оказался здесь. Да я предлагаю вам выбора, но он не будет таким уж легким, нет. Не надейтесь, один из прохода приведет вас к цели. Но за остальными смерть что же время выбирать. Так, ну и куда ты пошел, Гман? А как же я? Так. Еще у нас тут газировки. Так, тут дверь закрыта. Какой через портал попадем? Именно какой? Хотите вы, выбирайте. Так, я лучше выберу этот портал. Это не очень-то хорошо звучит. Концовка закончится и все. А дальше уже видно будет, что это наша игра, что мы, что этот, как его, мы прошли это все испытание. Ладно, давайте-ка посмотрим, что у нас тут. Зайдем, выйдем обратно. Ого!
Здесь мы уже как тут и закончили. Тут здесь у нас какой-то там опасный мир. Так. А вот Гман стоит. А здесь вот эти солдаты тут стоят. Охраняют. А Гман так на меня смотрит, как в прошлый раз тоже смотрели на меня. Из-за этого, когда я проходил то же самое, эти модели для оружия вообще. Ну, короче, вот такой финал у нас получился, что мы уже закончили на эту игру вообще-то. Так. Посмотрим, здесь у нас что. А, это фигня какая-то. Ладно, что я говорю вообще. Это была классная вообще игра, вообще, я вам просто скажу. Ну и долгое прохождение на нем тоже самое было. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. И давайте, ребят, всем удачи и всем пока. Раньше здесь были читы-коды. Оп-о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 п. Читы-коды, читы-коды, читы-коды. Вперед играть вместе со мной с читами-кодами в игре.